Здравствуйте, я Наташа, и сегодня познакомлю вас с развивающим мячом от компании TinyLove. Купиребенку.ру. Эта игрушка рекомендуется производителями для детей старше 6 месяцев. Вот такой вот большой, яркий, красивый развивающий мяч выполнен из текстильного материала, из гипоаллергенного материала. Он легко моется, цвета очень яркие и есть пластмассовые элементы. Основная часть мяча текстильная, как я уже сказала, синего цвета. У него есть ручки. Под правой ручкой спрятана божья коровка. Можно поиграть с малышом в ку-ку. Где божья коровка? Нету, надо ее найти. Левая ручка с пластиковыми элементами, с разными текстурами, перебирая которые, малыш стимулирует свои пальчики, развивает мелкую моторику и массирует ладошку. Вот таким образом. А вот здесь находится такая забавная мордочка с двумя усиками. Они шуршат. Мы развиваем свои тактильные ощущения. Есть глазки. Мордочку можно потянуть, удивиться, посмеяться. А куда делась мордочка? А мордочка спряталась обратно. А еще раз. Есть большое и маленькое. Есть снаружи и внутри. А еще сзади у этого развивающего мячика есть дополнительные элементы, в которые можно с удовольствием поиграть с ребенком. У этого мячика есть ниточки. Для того, чтобы схватить, нужно очень постараться, сконцентрироваться и потренироваться двумя пальчиками. Играя в этот развивающий мяч, мы учим цвета, учим формы. Мы учимся концентрировать свое внимание на отдельном элементе этого мяча. Мы развиваем мелкую моторику, мы изучаем понятия снаружи и внутри, большое и малое. Развивающий мяч от компании TinyLove можно купить в нашем магазине на улице Павловская, дом 27, или заказать на сайте купиребенку.ру. Детские товары на купиребенку.ру.